Так. Ну, пацаны, с Богом. Давайте еще раз болтик удачи. Опа-на! Красота! Погнали! Так. Главное, чтобы не свалиться мне. Так. Великолепно! Просто, я вам честно говорю, то есть я не намеренно. Видите как? А вы говорите, болтик удачи. Уже которую серию мы снимаем? Обратите, вот с первой серии смотрите, кто новый подписался. Чего вы новые смотрите? Сначала прохождение смотрите, то там серия на серию не похожи. Великолепнейшие серии, это, так сказать. Сам себя, если не похвалишь, никто не похвалит. Ну просто гляньте, как который раз нас уже болтяра выручает. Посмотрите, вполне себе удобно снимаемое местечко. Правильно, да? Доброго времени суток, подписчики, зрители канала. С вами Трофим. Продолжаем двигать ОП-2. Итак, перед тем, как общаться с проводником, давайте я вам обрисую ситуацию, что да как. Во-первых, посмотрите на эту красоту АЭС-вал. И сюда вот гляньте, коллиматор Кобра. Все у нас на руках. Все самое необходимое для того, чтобы получить информацию по болотному доктору у нас на руках. В прошлой серии, вы помните, я надеялся, что он грозой обойдется, решим все эти вопросы. Но не тут-то было. В этом фиксе у нас с вами стоит, я показывал, да, шестой фикс, ой, то есть сборка шестая, фикс пятый, соответственно, на этом здесь они поменяли, и ему надо, то есть, для того, чтобы информацию по болотному получить, АЭС-вал и коллиматор. Я разжился. 25 косых отдал за коллиматор, братва мне. Вот там барыга у нас есть один. Все вы знаете, адреналин. Но по минигану квест не стал сдавать. Все-таки у нас видео, дабы сейчас наглядно будем перемещаться, переход получим. И постепенно все эти квестики будем сдавать. Далее, самое главное, разжился копеечкой. Побегать пришлось, тут спору нет. Но у нас уже на руках, по крайней мере, денежка имеется, чтобы какие-то терки иметь с Лукашем на армейских складах. Помните, да, я там все переживал, когда я займусь этой распродажей, но вот все, время нашел, соответственно, это все реализовано. Далее что? Ну, далее переходим к делу, чем мы займемся в этой серии. В прошлое мы, значит, добрались до проводника, да, сдали там кое-какие квесты в баре, вышли на кордон, пообщались с проводником, сейчас я достал ему грозу с этим, с коллиматором, ну, сейчас с ним перетираем, он нам дает переход, ныряем на агро, здесь у нас ряд заданий, давайте посмотрим вообще ПДА, раскроем и посмотрим, ну, чтобы у нас все в целости и сохранности, ничего не забыть выполнить. Так, ну, лечить людей понятно, уничтожение лагеря, все никак квест этот, это на армейские склады уже волк у нас ушел, глаз ворона, ясно, миниган сдаем, значит, я не стал сдавать, когда коллиматор брал, чтобы вы наглядно видели эту сдачу, постепенную сдачу квестов, я имею в виду для тех, кто смотрит, поэтому сейчас будем перемещаться, все это сдадим, дальше, значит, миниган сдаем, ПДА Макса Любера снимаем, ныряем, помните, да, он внутри там, получается, в подземочку, далее что? Сейсмокарты, тряхнуть наемничков. Ну, в целом, сейчас я просто освежу в памяти. Встретиться с проводником, это сейчас перетрем. Вот, дневник призрака снимаем. Тут место обозначено, видите, да? Дневничок призрака, это по заданию у нас. Ну, это по заданию кругляш накидывал там Трофим. Пробей, вроде как в нычке дневничок должен лежать. Далее, вот взял у Сидора, я уже объявился, отряд бандюков под институтом, все равно идем, постреляем, там какие-то патроны хорошие дает. То есть ПДА Любера, ПДА Призрака, то есть тайник Призрака, сдаем квест Адреналину, ну и общаемся с болотным доктором по основной, по сюжетке. Все, да, или еще какие есть квесты. Так, освежим быстро в памяти, неизвестные чипы, колода Кузнецова, продвигается фотоохота у нас вообще колом пока, ну колом не колом, я как-нибудь серию отдельно, наверное, сделаем, подальше сейчас уйдем, по солянке двинем, потом чисто по этой, да, по съемочке будем носиться по зоне, фотографировать и аномалии там, и мутантов, то есть можно даже отдельную серию сделать, никакими правками не пользуемся, имейте в виду, будем, я понимаю, вы там мне писали, тихая охота, там нереально с фото. А вот будем, блядь, реально-нереально, будем фотать, пацаны, как вы хотели. Никаких правок я ставить не буду. Сложно там, несложно, вот будем выкручиваться. А, ну, ладно, это не суть. Все, то есть поняли, да, это у нас, соответственно, план действий на эту серию. Так, я здесь сделаю сохраночку, то я сейчас бежал со свалки, не делал тут сохранку. Мало ли, вдруг там что с разговором, какие казусы. Поэтому сейчас сохраняемся, общаемся с призраком и двигаемся на агро. Так, замечательно, ну что, перетираем потихонечку.
Сейчас знаете что, может получится у него вепрь выкупить. Сколько у меня там? Ну 300 надо точно оставить. Еще видите, много на коллиматор. 25 косых стоит коллиматор этот. Блин. У него навесной дорогой. Я еще, кстати говоря, глушитель взял. Посмотрите, какая красота. Вот этот вот. А, не-не-не, подожди. Вот, на 7,62. У нас же там, как его, стволик имеется хороший. Химика. Вот на него как раз, я думаю, этот глушитель должен пойти. Патрончики продаются там не так дорого. Кстати говоря, чтобы появился, наверное, вепрь у проводника, надо ему что-то закинуть, какой-нибудь ствол. У нас есть какая-нибудь лабуда на продажу? Лабуды у нас нет на продажу, пацаны. Слышь, следопыт? Ох ты! А, ну это тактика Сайга, да? Этот Сайга, в принципе, ее можно свободно выменить у Сидора, поэтому не вижу смысла. У нас свой неплохой. А вот вепрь бы я взял. Ладно, давайте перетрем, там видно было. Ну что, проводничок, меченый, ну что, принес? Да, держи свой ствол. А, что там хотел рассказать? Ну, уважил. Доброе оружие, слушай сюда. Доктор в тайнике группы Стрелка. Если ты тот, за кого себя выдаешь, то место знаешь сам. Есть тут прямой путь на Агро. Сейчас через дорогу пройдешь за ферму. Мимо тоннеля по железной дороге увидишь два валуна. Между ними тропка нехоженая. Прям к подземелью тебя и выведет. Удачи тебе, меченый. Да, спасибо, папаша, и тебе не болеть. Так, а, вот, кстати говоря, по поводу карт для кузнеца. Я тут колоду карт собираю. Да вот, несколько карт не хватает. У тебя случаем не имеется? Повезло тебе, есть одна, нашел у завода. Росток. Ну, хорошо, отлично. Еще одна карта, потихонечку двигаемся по этому квесту. Вот, видите, да? То есть, возможно, это пофиксили. Он, ну, то есть, не появляется у него. Поняли, да? То есть, своими силами они, видимо, сделали так, чтобы игроки добывали стволы своими силами. Видите, да? У него там вепрь. Раньше я выкупал. Да и не только. Все мы это делали, да? Стволецкий отлично. Это тот ствол, с которым мы воевали, для тех, кто не помнит. Или кто не сначала смотрит, там, не знает. В пещере. Вообще великолепная пушка, блин, так сказать, строчит. Вспомните, да? Там вообще курорт у нас в пещере с вами. С таким стволом, если сравнивать его с тем же Ремингтоном, у которого отдача, тот вообще как пушка стреляет. Так что, в принципе, я так понял, может даже и пофиксили, нельзя сейчас выкупать. Ладно, хорошо, смотрим, переход нарисовался, значит, да? Ну, прям сейчас, не теряя времени, двигаемся. Вот он, переходик нарисовал нам. Поэтому, не теряя времени, передвигаемся в сторону Агро. Берем дробовичок смелости наш, мудрости или кому как там нравится. И потихонечку выдвигаемся в сторону Агро. Вначале там почистим. Так, дикая аномалия. Ты кто такой? Подожди, братка. Артур Аскет. Что интересного накинешь? Богатый, кстати, Аскет, да? Пятерочка на кармане. Так, тут у нас серый вместе с этим, да, тусуются? Обычно. Да, во, похож на серого, но это он и есть. По прямой дороге тебе сталкер. Че на свалку-то не двигаешь? Да там, блядь, неприятности, извиняюсь, на свою задницу найти можно, там, так сказать, в любых количествах. Я пока здесь припаркуюсь. Вон с пацанами перетираю, так сказать, стволами торгую. Ну да, тозики у тебя ни о чем, конечно, но в принципе... А что у тебя на руках там, калашик, да, у него? Там вот еще приятель, они вместе, так сказать, тут работают. Ярик Вист, как твое ничего? Видишь, уже глаз плоти, шмаляет плоти потихонечку и глазики срезает. Ну ладно, не будем им мешать. Так, а мы двигаемся по направлению к Агро, да? Ну ладно, тогда увидимся уже на Агро, пацаны. Так, отлично, вот мы с вами на Агро. Подождите, а палочки... А, оставил, видите, десяток взял. Я имею в виду фосфорные палки, такая интересная вещь. Надо, наверное, сколько время? Кстати говоря, время под вечер уже, 18:13. Ночные серии же мы хотели с вами. Небольшая фосфорная палка служит для дополнительного освещения. Время свечения около 2 минут. Активируется выбрасыванием на землю. Надо будет попробовать по ночи, да, что она из себя представляет. Как тут это реализовано, сделано, мне интересно. Так, ладно, хорошо, бежим, наверное, до адреналина. Погнали, пошмаляем, так сказать, нечисть, посрезаем запчасти. Да, потихонечку. И будем работать. Бандюков там отстреляем. В общем и целом, задач нам хватает. Так, подожди.
Тут у нас ничего интересного, ну пока нет. К Шерстяку пока не вижу надобности подтягиваться. Помните, не забываем, там у нас обменчик стоит. Можно всегда у него патрончики. Ох ты, и тут нечисти немерено. Ну, мы сейчас пошмаляем, конечно. Да подожди ты, дурилка. Ага. Блин, пукалка. Не, кстати, честно говоря, надо было... Я все с ним бегаю. А, так сказать, отдача у него неимоверная. Я говорил, да, в прошлой серии. Но что-то он как-то не очень мне. Этот стволик, блин, честно вам скажу. Под 45-й калибр, да? Как-то даже и не очень. Так, ладно, побежали сейчас к адреналину. Там, наверное, бандюков еще надо будет пошмалять. Сейчас я квест сдам, и потом будем аккуратно работать. Военный. Я ж тут бегал уже, отстреливал, когда коллиматор за коллиматором. Так, подожди, подожди, собачек я... Все хвостики мне нужны, да-да-да. Ты-то ствол выбила. И чё толку, а укусить не можешь, да? Пытается мне... Ой-ой-ой, укусила, падла. Это, то есть, поняли, да? Хотела яйца отгрызть, блин. Но нам это сложно сделать. Посмотрите, какой у нас костюмчик. Научный экзоскелет. Так сказать, экзоскелетик. Севу, да, модифицировали. Так, там уже военные стреляют. Ой, бандюки. Так, где наш хороший стволик? Надо будет СВУ попробовать. Не зря я с собой таскаю. Поменяли. Там псевдик лазит еще наверху. Гляньте, чудило какое двигается. Сейчас еще и псевдо завалим. Дурилка ты. Сейчас подохнет, смотри. Ну, дохнет. Добежит? Нет, наверное. Ладно, короче. Псевдо надо тоже будет отстрелять. Мы потом с вами, так сказать, все эти запчасти соберем и будем опять торговаться. Так, там военных, военных немерено. Подожди, а что, у меня фонарь горит? Ага, тихо, ребятки. Ну как немерено, обычно они тут. Или бандиты, или наемники. Ой, наемники, военные. А вот он, держал, дурилка картонная. Ты там один был? Подожди. Один, не один, кто его знает. Так, подожди, дай-ка я вот так сделаю. Так, вперед, собаки лагерные. Как там он говорил? Подожди, кто-то там дышит еле, помочь ему, что ли? А, ты на кого хвост распушил, крыса парашная? Так, отходим, так, блядь, завалил. А мы где сохранились? В спину стрельнул, ах ты ж сволочь какая, крыса парашная. Ладно, давайте еще разок, я не сохранил игру, братан. Так, ну побежали, сейчас я эту крысу парашную уничтожу. Видели, да, на кого хвост распушил, падла такая. Надо отсюда их сверху убрать. Он, видишь, как в спину мне засандалил. Молодца, блин, бродяга. Какой-нибудь в плаще там полупокер. Вася Жиган, блин. Или там... Слышишь, да, с Мосберга. С Мосберга шмаляет, сволочь такая. Ой-ой-ой, там кровосос еще наверху двигается. Мама, не горюй. Скопытил, там же наши сталкера еще, братва. Не забывай, наши сталкерки. И кровососик где-то шелестит тут. Видит его? Так, давай его на себя вытянем. Иди сюда, дурилка. Кровососика вытягивай. А, вот он. Иди, иди сюда, вот. Отлично уработали. Так, щупальцу я твою срежу. Сейчас я обходить их буду. Ну, ну их нафиг, блин. Потом к адреналину пойдем. Так, а ну, чики-брики в дамки. А, подожди, там еще и псевдик лазит. Ко мне, ах ты. Да-да-да, сейчас, подожди, братка. Так-так-так-так-так-так. Ой-ой-ой-ой. Ага, кто кого? Вы видели, как красиво мне? Он, кстати, меня тоже еще чуть-чуть и положил. Вообще, нос в нос встретились мы. Но наш калашик, так сказать, не дал. Да подожди, я ж почему туда бегу, вы поняли, да, братва? Надо помочь хлопцу мне. Вон там кто-нибудь загибается, я своим-то помогать надо мне. Ладно, потом обыщем. Ой-ой-ой, они всех
всех переложили. Так. Да. Братка, держал аптечку, Женя суровый, блин. Давай, я тебе помогу, хлопчик. Давай, Богдан Кривоног, держал аптечку, блин. Ну вот видишь, им всем надо жопы, так сказать, подгузник менять. Каждому надо второму менять подгузник, братва. Так, давай-ка сверху я их возьму. Сверху, вон он. Держал, падла нарисованная. Отлично уложил. Красава, прям в башню. Ну не в башню там, в этот раз не в башню. В этот раз не в башню, братва. Так. Ладно, хабарок оставим, не будем жадничать. Пацанам, я сейчас сверху зайду. Отсюда поудобнее будет работать. Правильно, хлопцы? Я думаю, гораздо удобнее будет, да, отстреливать их. Так, присел. Так, крыса парашная. Да я их всех положил, по-моему. Там никого не осталось. Так, где там Кривоног? Ну, что вы встали-то, а? Пошли зачищать, обошли бы перемен. Встал и стоит дятел тоже. Так, подожди, этих... Сейчас к этому, к адреналину пойдем. Точно всех? А, ну этих мы обыскивали, да? Юра Кощей. Ох ты! Экзоскелет сталкеров по новой. Лёва Гоблин. Гоблин, ну как же ты так неаккуратно? Ну, зато мне твой экзоскелетик, конечно, бутербродик счастья понадобится. Так, что там за ствол я снял с него? Шмассер, да? Так, ну понятно. Ага. Подожди. Ладно, сейчас мы определимся, кому что скинуть. Сейчас я весь этот прибыток им отдам. Ну, кроме, конечно, экзоскелета сталкеров. Он нам, кстати говоря, понадобится. У меня есть. У меня там в нычке был этот экзоскелетик. Уже второй получается. Да, точно всех? Похоже на то. Отлично, пацаны, поздравляю. Знаете еще что? То есть получается... секунду. Ну, в любом случае нам нырять вниз туда, к болотному доктору. Там же тоже бандюков, надо будет чистить. Все, сейчас бежим, сохраняю и бежим к этому. К адреналину. Так, а с этих я снимал, все. Это старые у нас, да, хлопцы? Вон у него ствол какой интересный. Ну-ка, что там за стволики? А, 74-й обычно. Так. Все, погнали, перетрем с адреналином. Сохраним игру, да? И будем перетирать с адреналинчиком. Так, стоять, письмецо. У нас там этих писем уже немерено. Интересно, кстати, почитать. Ух ты, РПК у тебя. Почитать все эти письма на досуге потом. Так, а вон дурилка картонная наверху что делает, бля? К тебе можно забраться? Ты как тут оказался? А вертолет как летал, так и летает. Смотрите на эту тему. Нужен РПГ хороший. Так, как ты тут оказался? Рядовой барсак, блин. Я с тебя, конечно же, заберу все, ты не против. Отлично, сохраняемся, идем общаемся с адреналином. Великолепненько. Сохранили. Да кто там опять еще, слышали, да? Васька Борзой. Получи гранату! Ну, пусть они, я их и так подлечил там троих или сколько, двоих. Пусть хоть поработают немного. Стволы у них, в принципе, неплохие. Что у одного кола, что у второго там, да? То есть достаточно... Ох ты, тут адреналин поработал. Посмотри, это... он хотел протянуть к нему свои длинные щупальца. Тот ему быстро урезал его. Адреналин, ну ты хлопец, что надо, мне. Да? На досуге, так сказать, мультики смотришь тут. Так, ну хорошо, давай перетрем. Привет! Hello, адреналин! Был я на Интаре. Ну и где пушка? Вот твоя бандура, вертуха одна была и прилетела не сразу. Так, отлично, что-то там подгрузилось, да? Ну, при сдаче квеста нам он подгоняет за это. Я помню, СВД дальнобойщик. Вот, кстати, у меня калибр необходимый есть к этому стволу, так как СВУ мы с вами взяли, да? Так что сейчас попробуем и дальнобойщика, и СВУ заодно, и огненная душа, уже второй артефакт. Не знал я точно, когда военные там покажутся. Забирай винтовочку, да, вот возьми еще арт в придачу. Да, миниган хорошая вещь, жаль не успел толком опробовать.
Еще напробуешься. Кстати, есть у меня заказ один. Не знаю, кто поможет, надо мне собрать. ПКМ... Так, ну у меня все эти есть списки, я потом это выполню. Так, совсем ты прибурел. Мы вот здесь вот сделаем тайничок, смотрите. Прямо вот тут паркуем, где у нас рюкзак. Все, использовать. Пусть лежит, я сюда буду потом, соответственно, сразу будем сдавать. Я понял, у меня все это есть, как бы... Что там ему надо, будем узнавать. Так, хорошо. У нас еще на АТП диск задание. Не забывайте, я не сдал. Вот, у него тут, блин, конечно, все дорогое такое. Я у него купил коллиматор. А новый появился. А вот уже новый, видите, 25 тысяч. Меняется товар. И вот эти патроны берем однозначно. Мне на АК химика, поняли, да? А, ну они у него дорогие. Пошел ты в баню, блин. Сидорок-то нам потише продает. Вспомните, после того, как мы притаранили Инферно, Сидор вообще нам как надо скидывает. Там по дешману. А этот, видишь, как дорого. Так, ну научные пока я не буду у тебя брать. А вот возьму я у тебя GPS-маячок. Вот. Торговать. И сразу же ложим его сюда. Поняли, да? Сразу же, что потом, сколько я принес, когда я буду там за кадром, так сказать, все это таскать, поняли. Я всегда буду смотреть, отобразился он, сколько там чему ему не хватает. Смотрим. Да, отобразился он, я вижу. Тут просто, видишь, мы встали так. Да, вон он красненький, отлично. Пусть он здесь лежит, соответственно, красота. Будем наблюдать, сколько потом ему сдавать там стволов. У меня все есть это. Так, ну великолепно, хорошо, с адреналином перетерли, погнали, наверное, к пацанам заскочим, да, хлопцы? Заскочим к пацанам, перетрем, скинем весь прибыток и будем, наверное, так, как нам лучше сделать? А, ну пойдем, наверное, ПДА призрака заберем, ПДА призрака. А потом, ну не ПДА, там что за тайник у него. А потом только будем нырять уже в лабораторию. Так, слышишь, Кривоног? Что там, кстати, за информация у тебя? Да знаю, тут одно место, где мужик одним хабарок кладет. Сколько хочешь. Мужик тот матерый сталкер. Так что, думаю, и хабар у него там не хуже. В общем, тридцатку накидывай, будет разговор. Да, барыга еще то. Ну, в смысле, цена, конечно, это. Видите, у них тут вал тоже можно приобрести. Все как бы без проблем. А, РПК. Вот РПК, по-моему, нужны будут, да, там. Ладно, РПК. Так, вал еще один. Ладно, забираю. У меня там еще один есть. Короче, пока распродаем все, пацаны. Мне этот хлам... Все, этих стволов немерено тут по зоне. Успеем мы все это собрать. Еще тут проходить и проходить. Поэтому я все скидываю. Поняли, да, смысл? Как бы нам... Так, все. Нормально, он там между пацанами раскидает, если его не завалят. Все, а это наши ствол. Так, вот, а СВД дальнобойщик, а как он из себя просто проверить? Так, а тебе я, наверное, вот еще стволецкий продам. 10 дроби, а что у тебя там за ствол? Ох ты, а мне знаете, какая сайга нравилась всегда? Этот, как он там, механическая, не, ой, механическая, как она там называется, блин, забыл. Ну, короче говоря, не кардана. Кардана, он, она смотрится, как, блядь, какой-то, извиняюсь, замат пластмассовый ствол из пластика, блин, в руках. Не ощущаешь ствол, когда сайгу кардана держишь. Это мое впечатление, у всех по-разному. Хороший ствол, ну, блин, честно говорю, мне там другая сайга, блин, как же она там называется, нравилась. Ну, и вепрь, ну, само собой, вепрь однозначно раздобудем. Так, да, держал тебе... А, подожди, вот он, на тебе пукалку эту. Вот этот вот Климбар, блин. Ой, блядь, ты не пугай так, слышишь, Кривоног. Я чуть штаны не наложил, он мне там по духу, блядь, с дороги. Кстати, надо пойти этого, псевдогигантика уложить. Погнали, псевдогигантика уложим и уложим, и заберем ПДА призрака. А как СВД в руках держит? Вот этот дальнобойщик, тоже красота неописуемая. Да? Будем ложить. Так, они там опять уже воюют, сволочи. Не, я пока, конечно, поставлю, может, дробовичок, если там у нас, так сказать, этот двигается. Ладно, побежали, сейчас снимем ПДА, нам надо прыгать. Ой-ой-ой, надо обойти это дело. Там, по-моему, опять или военные, или бандиты. Я сейчас отсюда обойду и отстреляю. С этой стороны будет половчее. Так, да и вообще, после сдачи квеста лучше сохранить игру. Так, отлично сохранились. Побежали, кто там долбил? Кто там стрелял, а? Так.
Какая сволочь, так сказать. Тут надо в ухо востро держать. Не забывайте, Худенский-то у нас все убрано. Так, а это что там, грибы? А, какой грибы? Это артефакт хороший. Пружинка, да? Или что это? Ну-ка побежали, братва. Снимем артефакт великолепный. Гляньте. Вот он, да? Да, открываем рюкзак. И снимаем через рюкзак, чтобы не убило. Так, а что за артефакт мы сняли? А, лунная пустышка. Яркая пустышка. Ох ты, яркая, лунная. Каких только нет, вы посмотрите. Замечательный, видимо, артефакт. Так, там у нас сейчас этот будет, да? А ну-ка дай-ка я его с СВД попробуем. Посмотрим, как вообще звуковой саунд тут проработал. Ну и в целом вообще, как он бьет. Где у нас этот, так сказать, полтергейст, говорю. Псевдогигант тут двигался. Ладно, побежали, снимем ПДА, да? Или что там в тайнике, я уже забыл. Документик. А, он уже туда ушел. Он уже туда отвалил. Ну-ка. Собачек шмальнем. Ну да, лупит на убой. Практически отдачи никакой, да? Лупит-то он на убой, конечно. Тут спору нет. А СВУ как? Ну-ка. СВУ вообще тоже красавец, блин. СВУ должен вообще красиво бить. Блин, а я тебя и не вижу. Ох ты, СВУшник, вообще красота. Я уже влюбился. Как иголкой, да? Этот звук, слышали? Молодцы, кстати, мне нравится, как тут сделали стволы и саунд. Молодцы, ребята, в этом плане стоп. Блядь, пошел ты в баню, кто там? Отходим, по мне там огонь открыли, извиняюсь. Замат, ну какая-то сволочь по мне открыла огонь. Дай-ка я отбегу вот сюда вот и сниму. А, вон дурилка мне. Держал тебе со СВУшника, мать твою. Вы не обессудьте, у меня сегодня настрой хороший, боевой, так сказать. Так что не обращайте внимания. Может получиться такая эмоциональная серия. Но СВУ, вы посмотрите, разве не красивый ствол? Вот он, дурилка. Держал, отлично, от Трофима. Еще один долбит там. Где-то отсюда стрелял, пацаны, я вам точно говорю. Дурилка эта картонная. Вот она. Ой-ой-ой, как он лихо, молодец. Попал, отходим, так, аптечечку мудрости. Да, надо еще одну съесть, блин. Попал, видел, да, он как? Но он как-то на ходу выбежал, блин, и срезал меня. Надо менять позицию, не сидим. Отходим сюда. Пока он там нечисть отстреливает. Так, он гранату кидает. Не сюда ли он ее кидает? А, он нечисть отстреливает. Так, братаны. Вон он. Или это наш? А, это наш. Это наш. Не, нифига, это не наш, блин, по-моему, братаны. Ладно, все, они пока отвлеклись на псевдогиганта. Мы сейчас, однозначно, я их отстреляю. Давайте снимем уже тайничок, наконец. Так, что это за текстурные такие просадочки? Так, точно никого там нет? Я помню, тут вроде как бандиты должны появиться. Ладно, я, наверное, сейчас еще раз здесь сохранюсь и будем снимать. Так, отлично, сохранились. Ну, то есть, получается, в этой области где-то, да? Кстати говоря, тайник я так и не забрал. В ящике спрятал, все равно никто проверять не будет. Но это наверху там. А, хорошо, где-то в этой области, братаны, я помню точно. А, вот он, красота. Все, вот, пожалуйста, дневник сильно потерт почти на всех страницах. Во-первых, патрончики какие нужно. Ну и, соответственно, я помню, бандиты должны появиться. Отходим, меня радиация бьет, я сейчас завалю их всех. Сейчас отойдем чуть-чуть. Видите, да, мама, не горюй. Где у меня антиратор? Принимаем один, отходим. Сейчас будем отстреливать.
аптечку мудрости, можно даже, наверное, научную, чтобы моментально восстановилось все. И перекусить не надо. Я не ел, кстати, пока эти распродажей тут занимался. Конечно, на голоднике. Учитывать надо. Ориентируемся по чуйке, поняли, да? То есть интерфейсных элементов все убрано. Я, то есть, знаю примерно, когда он хочет кушать уже. Так, вот он, дурилка стоит. Держал прям в башню тебе от Трофима. А вас что, двое, что ли, было? Не поверю. Ну-ка побежали, посмотрим, что там у них за прибыток. Так, ребята, СВУ мне понравился ствол. Однозначно будем юзать, пользовать. Это просто нечто великолепное, а не ствол. Особенно, как он шмаляет, блин. А, Аркаша Перо. Мститель, да? Там абаканчик у него. Так, а где еще один был у нас Аркаша, блин? А, блин, ты еще падла тут. Блять, промахнулся. Нашел. Так. Да ладно. Ох ты! Что мы там взяли? Да пошла в баню. Дай-ка мне мою пукалку. Где она? Ладно, побежали. Тут радиация опять же. Не забывай. Вон он. Сволочь такая. Там я какой-то, по-моему, севу снял, да, с него? По-моему, севу снял. Вон там артефакт, надо идти снимать. Так, погнали, быстрее будет, блин. Артефакт забираем, братва. Хороший какой-то. И грибы там я вон смотрю. Блядь, как ты мне... Сволочь такая. Медуза, ну медузу потом сдавать надо будет. Грибы собираем. Стоять, не двигаться. Ладно, что-то я тут разбегался по этому радиационному фону, как у себя дома. Отваливаем. Так, у меня уже там радиационных артефактов немерено. Надо сейчас будет посмотреть, наверное, сбрасывать. У меня, ну, то есть, поняли, да, пацаны? Я имею в виду... медуз, я ж когда бегал, распродавал, там тоже еще парочку, по-моему, брал. Медуз различных, поняли, видите как? Так, надо сейчас посмотреть, бутербродик скушать еще. Смотрим, такие сильно радиационные есть. Вот, две медузы плюс три, блин. Потом, так, капля, это минус 10. Что у нас такое, этот? Плюс 4, смотрите, это уже плюс 8. Две огненных души у нас, две. Плюс 8, здесь плюс 9, это 17 радиация. Плюс две медузы, 20, 23, блин, у меня 23. Ну, в принципе, артефакты, три слезы электро. По идее, минус 15 еще плазменная гусеница. Ну да, по идее, должно как бы уравновесить и сбивать, да? Сбивает радиацию. Стоять, не двигаться, падла такая. Ты на кого, крыса парашная, булочку крошишь? Не, ну классно, да, бандюков сделали? Я в прошлой серии вам все мозги прожужжал. Ну, в этой также. Потому что бандитов реально классно озвучили мне. Так. Булочку крошит. Смотрите, что мы сняли. Научный костюм наемников. Практически в отличнейшем состоянии. Можно даже починить его. Слышь? Собачка, стоять, не двигаться. То есть он нам тоже там нужен по хомячеству, по-моему, этот костюмчик, поэтому будем парковать. Так, так, тихо. Берем СВУшный. СВУшный берем, братва. И осматриваем. Вон дурилка ползет. Смотри, держал от Трофима прям в башню. Отлично, кладем. Великолепно мочит. Не, ну разные, не, согласитесь, да, классно сделано СВУ здесь. Особенно звук стрельбы, сам саунд сделан, мне нравится. Даже больше, чем у дальнобойщика, честно вам скажу. Поэтому, наверное, я на нем остановлюсь, блин. Я, пацаны, на нем. Видишь, они там псевдогиганта смогли завалить, а? Все-таки против Трофима, блин. Слабоватенько как-то. Ладно, хорошо, побежали. Хотя... Не будем спешить, может сейчас какая-нибудь гидра вылезет, да, из-за угла и опять в спину прилетит, блин. Патрончик смелости. Да, пацаны? Ладно, будем двигаться потихоньку. Сейчас я вот так вот сделаю. Поближе подтянемся и осмотрим.
Ага, вот они, псевдогигантика тут положили мне. Так, подожди, дай-ка я для ближнего боя, наверное, пока калашик поставлю свой. Калашик, так сказать. Ага. Приятель, нарисуй-ка мне экзоскелетик. Не нарисуешь мне? Васька Шила! Мать его, и все мастера, смотрите, мастер-бандит, да? Все мастера, так сказать. Все мастера, опять РПК. Ой-ой-ой, мама, не горюй. Тут валов различных сколько. Шурик любимчик, бля. Интересно, чей же ты любимчик? Ну, уже не судьба. Так, псевдогигантик руку не нарисовал. Так, а ты кто у нас был? Ты кто у нас был? Вот вам и этот экзоскелет бандитов. Сколько я его ждал, все, когда снимем. А я перегружен, да, губу раскатал. Так, не жадничаем. Не жадничаем, блин, я не знаю. Тут все такое хорошее. Что скинуть, блин? Да, я просто все это не утяну, блин. Короче, ладно, сейчас знаете, как сделаем? Побежали, будем делать тайник. Наверху здесь сделаем тайничок. И будем собирать это в любом случае. Ну, давайте я, наверное, отключу. Сейчас на паузе соберусь. Соберу, все сделаю. И, соответственно... Ну, то есть, поняли, да? Прибыток весь снесу. Я тут в прошлые разы бегал, это, кстати, когда торговался. И потом увидимся, включусь. Итак, отлично, значит, на поверхности все дела мы порешали. Стволы я все рассортировал, с бандюков снял. Следовательно, сейчас двигаемся, подземочку зачищаем. Ну, у нас тут ПДА Макса Любера, ну и, соответственно, по сюжетке Болотный доктор. Так, давайте аккуратно, тут, похоже, они уже здесь. Они уже здесь, эти сволочи. Ох ты, блин, ты посмотри, падла, жив еще, что ли? Так, дай-ка я отсюда зайду, мне. Тихо, ползет, ползет. Дурилка, давай, 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 давай. Откуда выйдет, мне? Ладно, он будет долго выходить. Мне быстрее так. Ой-ой-ой. Так, 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 так. Отлично работает 105-й. Не, 105-й, конечно, мне всегда нравился. Ствол замечательный. По идее, сейчас убрать бы прицел. Ну, мы и с прицелом неплохо. Все-таки в штурмовую. Бежит, бежит. Мы ж квест брали, видите, не сработал. Значит, ты уже обыскивать, что ли, пошел? Ты хотя бы... Ох ты! Ха-ха-ха! Молодца! Еще не всех, что ли? Все в экзоскелетах, вы гляньте. Боевики, да? Я ж брал на них квест у Сидора. Он постоянно, похоже, появляется, да, для патроны. Такие квесты они, то есть, бандиты постоянно тут у них. Соответственно, квестик для того, чтобы патрончиками разжиться или что он там дает. Ты подожди, не всех я убил, значит, где-то завис еще один чудачок. Давайте аккуратно двигаться. Так, дай-ка я сюда пробегу. Отсюда мне удобнее будет работать. Придется очередной тайничок делать. Помните, мы вначале делали, но я уже распродал все. Тут опять куча стволов. Ага, ты что там, внизу, что ли? Похоже, он внизу там спрятался. А, братва. Так, дай-ка я, знаешь, как сделаю. Хотя, ладно. Да хотел дробовичок взять. Да, возьму-ка я дробовичок, блин. Тут, если он сейчас в упор выползет. Так, 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 так. Вот оно, видите, да, сволочь? А мог бы завалить, блин. Мог бы завалить, падла такая. Но. Давай, иди сюда, дятел мне. Да, кто кого, да, братва? Блин, а сволочь такая, положил, братва. Блин, это первый раз меня бандит уработал здесь в подземке. Ну как-то несерьезно, Трофим Трофимыч. Прям в лоб приклал. Молодца, мне надо сейчас его имя запомнить, пацаны. В плаще, значится, да? Запомнили эту, блядь, дурилка парашная. Картонка, или как они говорят. Давайте еще разок.
положил, вы посмотрите, сволочь. Так, ну давайте, дурилка-то парашная нас приложила в аккурат, да, в плащице с вами. Красавец, красавец, сейчас мы его имя узнаем, братва. Так, ну давайте аккуратно, сейчас, видишь, как по новой придется их ложить всех. Вон он, ага. Держал. Так, твой друг ушел, да, товарищ мне? Так, 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 туда, наверное, пока не стоит спускаться, он сейчас сюда выйдет сам. Вот он, ага. Тихо, 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 сейчас, братва. Сейчас он вылезет. Так, ждем. Ага. Давай, давай, кондёха. Опа, блин, как я не вовремя опустил ствол. Кондёха, веселей. Веселей, веселей, собаки лагерные. Бандитский притон, назовем серию, да, подземка. Блин, как я так в тебя не попал? Дятел, ты куда делся? Ты куда делся? Пацаны! А ну, чики-брики! И в дамки! Чики-брики, мать твою, где ты есть, падла? Я извиняюсь, конечно, но это что-то какой-то... Они все в экзоскелетах, да, эти свои? Держал, Трофим, в штурмовую пошел! Красавец. Давай, еще один там что-то пыхтит, слышите, да? Прямо вот сейчас под пулю выйдет. Давай, 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 иди сюда. Может, это наш Шурик в плаще, так сказать? Дурилка в плаще. А? Так, ах ты, падла. Ну-ка, 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 поработаем. Ух ты, я его зацепил, он меня. Так, вот это бой, вот это хард. Вот это красота. Вот такое я люблю. Так, 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 так. Вот такое я люблю. А то что вы там обвешались радарами, да, блядь, перекрестями на пол экрана? Вот хард, вот игра. Вот жесть, вот эмоция. Я ствол потерял, пацаны. Я ствол потерял. Иди сюда, дятел. Сейчас будем отбиваться. Кондёха, веселей! Мать твою. А вон он, мой ствол валяется. Держал, падла, кондёхаешь ты веселее мне. Потом я свой ствол заберу. Так, 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 так. Где там этот в плаще, я хочу отомстить. Иди сюда, дурилка картонная, мне. Так. Отлично! Твою мать! Так, как звали-то хоть? Витюха Разбойник. Блин, ну могли бы имя похлеще подобрать. Что-то Витюха Разбойник не канает для такого чувачка. Он самого Трофима приложил. Ладно, шутка. Шутка юмора. Так, погнали, я ствол. Он у меня ствол выбил, а. Вот этот вот один из этих чудачков у меня выбил красиво ствол. Где, где? Мой, вот он, 105-й наш. И причем красиво так выбил, да? Так, отлично, сейчас будем опять тайник здесь делать. Я когда распродавался, уже делал. Сейчас опять же новый тайничок потом буду распродавать. Опять же, у меня уже их три этих бандитских экзоскелета, блин. Просто меня это радует. Меня это радует, пацаны. Ага. Все, да? С той стороны никого нет больше. Так, отлично, погнали на наше место. Помните, да, мы вот тут вот в начале я делал тайничок, когда мы прошлые разы двигались. Так, ствол, ствол. Сейчас также сделаем этот тайник, и потом когда-нибудь будет время, у меня обязательно заберем. Прям тут на входе я делаю. А где у нас? А, вот, рюкзаков немерено пока, да? Так, отлично. Вот этот экзоскелет тоже скинуть. Так, 74-й. Все, вот наши три ствола. 4. Ну, дальнобойщик получили. Этот я в другой перенесу нычку в свою. Научный костюм наемников нам понадобится. Ну, просто замечательно сработали. Да, вот эти пистолетики тоже можно пока убрать. Все, продолжаем это гиблое дело. То есть спускаемся, снимаем ПДА Макса Любера. Предлагаю, наверное, дробовичок поставить. Там, скорее всего, внизу кровососы, блин. ПДА Макса Любера. Ну и ныряем к доктору. Но перед этим предлагаю сохранить игру. Так, замечательно сохранили. Ну погнали, там сейчас, наверное, внизу кровососиков еще пачка, я помню. Сейчас ПДА Любера, да, снимаем.
Не, ну молодца, конечно. Как там тебя еще раз? Витюха разбойник. Витюха, конечно, тебе респект. Неплохо ты положил в первый раз. Так сказать, дуэль у нас один на один с ним была. И он справился, молодец, кстати говоря. Так, ну что, где там кровососы? По идее, уже должны нарисоваться, да? Пацаны. Да, уже слышу, бежит. Иди сюда. Вот он. А, так им по одному разу. Они ж тут, не, в принципе, не особо мощны. Ну ты, блин, Трофим Трофимыч, ты чё так шмаляешь? По одному разу же сам сказал, выпустил лишнего. Так. Да тут, кстати говоря, после этого Витька... Один чё, в текстуру провалился? После Витька уже, как бы, надо все равно на чеку быть. Мало ли, этому один, а другому там, может, не один. Поэтому контрольный, так сказать, шмальнул. Ой-ой-ой, дятел еще. Да, тот, получается, кровосос в текстурку провалился у нас. Ну да ладно. Как это ты так меня не зацепил? Так, ну ПДА, если здесь в этом патче его не перепрятали, то в принципе мы с вами помним, где находится ПДА Любера. Думаю, проблем не составит нам снять. А, кстати говоря, подождите, пацаны, а там тишина у нас? Может, тут новинка какая? Ну, не то, что новинка, там нечисти добавили. Так, а что это, я с тебя не снимал, что ли? По-моему, я снимал с него стволы, блин, ты посмотри. Немерено тут военных. Рядовой Володарь. Так, вот тут у нас тишина, да? Да, ладно, побежали. Побежали, заберем ПДА Любера, а потом будем прыгать в этот, к болотному доктору. Телепорт мы отключили при первом заходе. Да, вроде как. ПДА я там снимал. Блин, а ты откуда нарисовался? Спишь тут, стоишь, твои друзья там уже вопросы, дела решают. Ты как-то неаккуратно, не следишь за своими друзьями, да? Получается, что профукал ты все. Так, ладно, аккуратненько. По идее, вроде ПДА должен быть здесь, да? Прямо тут вот наверху. А, ну и отлично. Все, вернуть ПДА Максу Люберу. Пожалуй, можно нырять уже к доктору. Потом, знаете когда, пойдем уже на X18. Ну, то есть тоже квестики соберем на Темную долину, чтобы не, ну, там, не тупо по одному квесту. А 3-4 квеста будет уже там, допустим, тайники кости, гаусс, пистолет какой-нибудь забрать, там, помните, да, с упырем разобраться. Тоже вроде как в Темной долине. То есть ряд квестиков и двинемся на X18. Может даже в следующей серии. Тоже там порешаем вопросы, потому что тайник кости мне желательно уже двигаться тоже по этой линеечке. Он уже на армейских складах у нас. А, нет, он еще пока у нас в баре. На армейские склады он чуть позже пойдет. Так, ну что, замечательно. Прыгаем, так сказать. Смотрим, что, как тут реализовали этот катсцена тут или что. С болотным доктором. Может, что нового добавить. Понаблюдаем эту тему. Эй, стрелок, давай, просыпайся. Давай, приходи в себя. Вот. Так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери. А знаете, почему еще такую популярность имеет сталкер? Помните, вот это ноосфера, это же Свернадского взяли. Мы же Вернадский открыл. Жизненная оболочка, вот эта мысленная сфера Земли. Типа как организм Земли, планета Земля рассматривается как живой организм, обладающий биополями. Просто мы их не видим глазом. Поняли, да, ну, то есть, различные биополя, вибрационный фон, там, более тонкий, более плотный, также и звуковые поля. Это все, стрелок. Вот это в целом, типа, как ноосфера. Это же еще все по Вернадскому, просто они, видите, как бы в игру все это внесли. Но я буду молодцы, в принципе, почему нет. Удачи.
Ну, все вы это знаете, я просто так акцентировал на этом внимание. Пока все равно, заставку мы эту 1000 раз видели, все это слышали. Так, великолепно, значит, что мы делаем далее? Тут все забрали, да? Все забрали, все сняли. Соответственно, да. Кстати говоря, АК-стрелка так я и не починил. Так, ну хорошо, будем выбираться, наверное, да? Будем потихонечку выбираться. Может, тут еще сейчас и не просто будет выбраться. Аккуратненько. И выдвигаемся наружу, двигаемся, сдаем квест. Ну, там посмотрим. Сейчас я еще прикину, чем мы займемся, да, в следующей серии.